Свыше 1800 опор линий электропередачи повреждены в результате паводка в стране. О состоянии электрических сетей в потопленных регионах рассказал официальный представитель Минэнерго. По его словам, больше всего повреждений в Костанайской области, в Петропавловске. Электроснабжение сейчас полностью восстановили. В ряде регионов идут ремонтные работы. Всего в ликвидации ЧС принимают участие более 9000 специалистов-энергетиков. Задействовано 2000 единиц специальной автотехники. В ряде регионов отмечается положительная динамика. В Костанайской области количество отключенных абонентов сокращено с 5 до 1000. В Актюбинской области также 5500 до 103 абонентов. В Западном Казахстанской области количество абонентов под ограничением сокращено в 4 раза, а в Атырауской области в 3 раза.